Первая часть двухдневной акции «Вода и жизнь», прошедшая накануне в городе над Бугом, дала старт мероприятиям, приуроченным к Международному дню охраны окружающей среды. На улице Гоголя были организованы экологические площадки, где прошла демонстрация фоторабот учащихся и педагогов, научные опыты с водой, дегустация фиточая и проверка экологической грамотности населения. Привлечь внимание жителей города Бреста и гостей к проблемам сохранения природных богатств Брещины и вообще природы мира. 30 волонтеров со всей области приехали в Брест, чтобы рассказать и показать горожанам, насколько важно беречь и сохранять природные богатства и ресурсы. Юные экологи не по-детски серьезно подходят к проблемам и стараются найти пути их решения. Сознательность и ответственность подрастающего поколения вселяют уверенность в том, что экологические проблемы не останутся без внимания и будут найдены пути их решения. Проведение подобных акций очень важно для планеты, потому что мы будем сохранять чистоту, меньше будет мусора. Люди будут дышать свежим воздухом, а не углекислым газом. Мы в данный момент проводим опросы, раздаем буклеты, устраиваем мастер-классы, показываем различные растения, уход за ними. Мы хотим, чтобы люди поняли, насколько важно сохранять окружающую среду. Мы мусор собираем в разные ящики. Мы пойдем на речку, будем собирать мусор, пакетики всякие. Ребята уверены в том, что сохранение чистоты окружающей среды принесет неоценимую пользу людям. Ведь силы, которыми обладает природа, помогают лечить, восстанавливать и сохранять здоровье. И делают жизнь прекраснее. Нужно брать пользу от того, что дает нам природа. Все-таки природа нам дает очень многое, просто человек не всегда это ценит. Анастасия Трухнова, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.